Здорово, бандиты! С вами, как всегда, я, Ефим. И сегодня, друзья, я буду играть в игру по названию Mad Dao 2. Как вы помните, в прошлой серии я играл тут. Я попроходил 210 тысяч, поднял. Так, давайте сразу к настройкам, потому что я чуть нахимичил. Все не так нормально, да? Микрофон. На, и быстро. И смотрите, сейчас, если я это тыкаю, у меня 2 царика. Если так тыкаю, то у меня сейчас, друзья, 60 FPS. Нормально сейчас. Видос, надеюсь, будет нормально. Итак, друзья. Кать, онлайн. Давайте на какой-то сервер сейчас зайдем. Потому что даже пробовал с Марком играть. С ним как-то тупо было. Ну не тупо, мы просто друг друга не смогли найти. Там у нас разные сервера как будто были. Как будто не так, не та версия, непонятно, там просто 93 тысячи людей, а у него там, ой, у меня 99 тысяч людей, а у него 93 тысячи людей. Там просто мы не смогли с этим на такой сервер. Ой, что, микрофон? Нормально. Так. Мое место. Так. О, там мусора тоже. Так. На меня, друзья, надо копить на вот эту машину. Я буду, друзья, с вами по миру гонять, бабло по 800 тратить. А отдельно буду его поднимать. Чтобы там, друзья, когда на X5 гоняли, смогли либо мусорским сделать, либо как бендики ехали на нем. Ого, какой, друзья, мой FPS скачет. Какой мой FPS сейчас? Я просто, друзья, сотрел. Я когда видос не снимал, у меня там 100 с чем-то, друзья, FPS был. И... сколько это? А, 121 FPS было, и по видосу было 61 FPS. Это, друзья, знаете, что у меня столько FPS сильно постоянно проседал? Это из-за вот этого. Вот, друзья, это из-за вот этого отложенного освещения. Видите? Если вы, друзья, играете в Mad Dao, то постоянно убирайте, друзья, это освещение. Потому что он крадет у вас, если вы видос снимаете, по 30 FPS. Друзья, это нормально. Ой, что это за какой-то черный? А, это ник такой. Так что, друзья, я теперь понял, чем я так тупо. Ой-ой-ой. А что с FPS-ом? Ой-ой-ой, что так лагает? Я что-то не понял. Мне что, подводит это? Ну, стойки, сейчас деформация машины, если я его так выключу. Это, друзья, короче, надо... Ой-ой-ой, как пошло. 30. Ой, шахнуло сильно. Да, друзья, наверное, то, что я... То, что... Даже то, что не я, то, что у меня оно... Вот так резко бывает, делается. Ну да, из этого присяда, то, что, например, какие-то фигуры резко появляются, как сейчас. Вот, как дым появился. Чё, откуда он пошел, я не заметил. Вроде машина не грохнула нигде. А реально, друзья, откуда он пошел, даже ее не бил. Может, взорвется сейчас, вот ее заминировал. Включить. Так, бла-бла-бла, 3 рубля. Так, еще кое-что надо поставить. Давайте... быстро будет. Так. О, друзья, вот это сейчас получше. И на быстром еще надо играть, потому что у меня 60 FPS стоит. А на этом месте у меня 30 с копейками было. Да, нормально, друзья, сейчас видос у меня идет. Итак, Ваня Поличия. Мусоро. Мусорские. Бандыки, бандосы. Бандыки, бандыки. Кузет.
кузен. Ой, он там вообще отлетел достаточно сильно. О, ударил. И пошло, поехало. Паровозик. Каким-то боком у него 16 дыр. 1, 2, 3. Паровозик пошел. Ладно, друзья. Майкл ФПС. О! То, что надо. И тут. Да запомни то, что на этом перекрестке. Так. Город какой? За городом я. О, да, все за городом четко. Все. Так, стоим. Опа. Да вообще этот расфигачило сильно, как вижу. Так, уходим. Я дверь выбил, тоже так может. Так, закрываем. И поднимаемся. Так, ехали, нет у меня никакого. Залазь давай. Так, ну что у нас тут хотя по горизонту чисто. Так, на карте, что тут? Давайте. О, так, ко мне идет. Оу, сколько тут вот этих? Смотрите, сколько американцев. Ой, не американцев. Японцев, китайцев. Верхний левый угол. Так, давайте еще напишем. Кто? Не, больше не надо. Пробел что-то тупит у меня. Пишите. Пишите. 777. И... А ну, смотрим в чат. ДПС. Хелпо. Ну, это китайский язык, наверное. Не, японский. Кто снимает комнату, писает. О! Козырно. Хотя не, я, наверное, не запомню. Сколько тут, друзья, китайцев? Давайте выйдем на какой-то нормальный зайдем, потому что понятный какой-то. Ни с кем тут побазарить нельзя. О, 90 людей. 91. Так, обращаю внимание сейчас на ФПС. 61, 60. Да ладно, на этом же сервере больше людей играют. 58. Опа, ой. Это законно вообще? Тихо. О. Да. Я ДПСник. Так, я тебя не трогаю. А! Гангстер. Ты взрываешь все. Я все видел. Меня не обманул. Вот так. Еще один китаец. Как они еще от коронавируса? Остались целые. Сколько у меня? О! Четко. Могу. Во! Она у меня, друзья, эта машина быстро едет. Во, кто такие? Так. Опа, смотри, кем... А то я встала. Корона... Все. Коронавирус жить будет. Все. Десятым. Ходом обходим. Чё у нас вообще-то с чатом? Да, все в порядке. ДПС тоже. Опа, часели. Обижа.
Да, все в порядке. Почему я поступил с Аней? Да, Настя, иди к нам. Да. Я 3-3-3. Что в смысле? ДПС! Ой, еп! Вот это не повезло. Е-е-е. Поржать в чат обязательно. Ой. Не то. Вот так. Это там плачет? А я угораю. О, СМЕРШ. Ватикас, багажник Гелитвагена. Так. На что он похож? Это вообще не бизон. И кто такие? Остану. Так, я помню, пацанов набирал. По черному, конечно, гонял я потом. У нас где-то было. Не помню же, сколько у нас было. Помню, друзья. Ща, как тут. Апача, приехали. Бендикин или кто-то. Миша какой-то. Ой, как красиво. Неадекватно. Хорошо, друзья, то, что я умею быстро писать слова «стой». Да реально, если «стой», так «стой». Чё, ДТП чуть ли не было. Потом оформлять будем. О, Алена тоже со мной. Какой-то хусэм, хусэм, хусэм. Ох ты ж! А я не косой, поверь. Чепуха такая. Стой. Ой. Да не туда садись. Кутри, кутри. Ах ты ж! Так, Тойота, не подведи меня. Погоня, котры, котры, все посты по местам. СМЕРШ, возьмите под контроль город. Опа, чё? ДПС всегда будет потом. Хотя про себя можно, если себе куплю X5, можно будет бендик написать себе. Ну как у меня не ДПС, а бендик. Вот, друзья, можно сделать тут, как и в принципе в Next RP. Вот, вспомнил Next RP. Вот там же вы знаете, всякие профессии есть по мастерского. Если бы сделали бы, так реально было бы. Сбор. Пост ДПС. Что такое? Точняк! Я его вспомнил. Как я его убить же мог? Он, наверное, помнит меня. Мы же еще тогда писали. Когда, друзья, я когда раньше играл, у нас же
мы с пацанами гоняли. Получается, мочили всех. Мы, получается, там собирались. Может, он меня вспомнил. Сейчас надо спросить. Там у меня... Как там было? ДПС, мой, ага. Я вообще все равно чистый кайф, потому что, друзья, тут самое веселое, это за ДПСника, потому что гоняешь от всех. А когда ты бендик, весело угонять. Не, ну просто если, друзья, будут реально было бы, как в Next RP, вот так было бы, друзья, круто. Реально, друзья, вот было бы тут, как в Next RP, работы за ДПС, если они бы гоняли на Лексусах, было бы. Бандосы были бы, вот так, друзья, реально было бы так круто. А только бы, это, друзья, у меня и так игра любимая самая. Ну, почти самая. Так, СМЕРШ. Даже я мир. Я мир. А ну или это не тот, если помню, то да. Да, не помню, значит. Сорян, чувак. Друзья, если можно было бы тут прыгать, как в GTA, то что согласен, можно было бы. Было бы, друзья, весело. Давайте попробуем забагать. Ой, еще взорвусь же. Все. Так, бендик. Бендик. А куда он делся? Ну, не знаю. И что делать? Бумер стоит тут через. О! Сетя. И чё? Чё я сделал? Ты что, не коп? Вообще.
вообще все равно. Коп, не коп, какая разница. Я раньше был копом. Не менты. Менты. Где? Ой, я так 100 лет буду писать. Два. Чего ты бегаешь? Два. Уволили. Уволили, наверное, они два уволили. А слышь, нормально вообще? Это наука. Ну так, друзья, мы ж тогда, когда раньше с пацанами гоняли, так весело было. Так, давайте что-то под конец снова сделаю я. О, само же позится. Ладно, друзья, наше видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на канал, включая колокольчик, чтобы не посрали новое видео. А с вами, друзья, был, как всегда, я, Ефим. Всем спасибо за просмотр и всем пока!